Добрый день, меня зовут Лосинок Евгений, директор сети Viking Touristic. Мы находимся сейчас в Турции, в регионе Бодрум, отель Лаблаш Ламбланш Айленд. Это ресепшн. Ресепшн большой, зона отдыха. Это единственный отель, у которого больше 3 этажей. В Бодруме запрещено строить здание выше 3 этажей. Зона отдыха еще одна. Бар. Hello. Thank you. Вот мы с вами прошли с ресепшена на панорамную площадку. Сейчас мы видим всю эту красоту. Отель находится в 30-40 минутах от Бодрума. Номер 4226, Family, первая комната, ковролин, 2 кровати, ванная комната, душ, тропического душа нету, 2 зеркала, есть зеркало второе для бритья, фен. Холодильник, есть чайный уголок, комната вторая, 1 большая кровать, плазменный телевизор, 37 квадратных метров здесь. Смотрим, балкон, балкон средних размеров, на нем 2 стула, столик и вид на море, на территорию отеля, на соседний корпус. А, видите, даже двойной вид на море, и справа. И слева. Одним из больших плюсов нашего отеля является то, что мы очень близко расположены к аэропорту. Всего 15 километров. Поэтому гости уже буквально через 10 минут будут в отеле. И 26 километров до центра Бодрума. Маршрутка подъезжает прямо к отелю. Стоит она на данный момент 6,5 лиры. Если ничего не изменится, это около 2 долларов. Поэтому проблемы добраться до города не возникнет. Также есть, конечно, такси и трансфер. Спустились по лестнице без света с 5 этажа на территорию отеля. Ресторан. Хочу посмотреть, какое здесь море. Пойдемте спустимся. Отель находится на нескольких уровнях, поэтому любителям ровных территорий явно не сюда. Один, два, три, четыре, пять. 5 водных горок. Спускаемся вниз. Фу. Пока доберешься до моря. Ага, ну вот, наконец-то. Здесь есть такие скалы. Конечно, здесь купаться нельзя. А вот у нас есть пирс. Зонтиков тут не так много. Смотрите, какая вода. Здесь галька. Вода прозрачная, как стекло. Есть свой небольшой вход пологий. Вот он. Здесь уже могут детки. Потому что они, для них тут есть деревянный пирс. Видишь, обрыв пошел. И потом сразу глубина. Ага. Вот он, территория отеля. Видите, на ком он находится? В холме. Боча, классика жанра. Поднимаемся с вами наверх. Здесь каскадами все. Вот так вот надо. Раз, два, раз, два. И туда вот. Вот такой вот подъем, чтобы вы понимали. Номер 4114, стандартный тип номера. Ванная комната. Здесь тоже ковролин.
Здесь максимальное размещение, судя по всему, 2 плюс 1. Да. Чайный уголок. Одна софа. Плазменный телевизор, ковролин. Вот такой здесь. Балкон. Все то же самое. Вид на дорогу, по которой мы приехали, на море. Вид, конечно, здесь супер. Ванная комната, дополнительное зеркало, все то же самое, как в другом. Фен 1200 ватт. Душевая стойка. Отель работает по системе Ультра, все включено, поэтому мини-бар у нас бесплатный, выполняется ежедневно. В мини-бар есть пиво, безалкогольные напитки, соки и вода. И абсолютно везде душевые кабинки. Для совсем маленьких мы предоставляем детские ванночки по запросу бесплатно. Также есть детские коляски, они 5 евро в сутки стоят. Wi-Fi по всей территории бесплатный, в номерах везде есть. Может быть, на пляже немножко хуже ловит. На пляже тоже есть. Единственное, что нужно зарегистрироваться на ресепшн и ввести номер паспорта. 4210, тип номер Superior. Покрытие здесь ковролин. Одна большая кровать. Чайный уголок. Угловой диван. Две софы. Плазменный телевизор. Мне подсказывают, что это две софы. Здесь два человека может размещаться дополнительно. Опа. Балкон. Балкон такой же, как в соседнем типе номера Family. Средних размеров. И, конечно, открывается обалденный вид на море. 5 бассейнов у них. У нас есть 5 открытых бассейнов. Вы видите, 2 перед собой. Следующий бассейн – это аквапарк, который состоит из 7 горок. За аквапарком у нас идет детский бассейн. Глубина 40 сантиметров для совсем маленьких деток с 2 горками. И также у нас есть релакс-бассейн, только для взрослых, без музыки. Здесь дискотека находится, играет музыка, бар. Вот мы с вами оттуда. Еще один бассейн. Еще один бассейн. Тут практически на самом верхнем уровне. И вот еще один уровень, там еще один бассейн. Смотрите, какая красота. Еще один бассейн мы нашли. И он с видом на море. Да, такие вещи люблю. Когда вы сидите по голову в воде, по горло, и у вас открывается вот такой вот вид. Не знаю, получится передать его. И мы тут с вами окольными путями выплываем на ресепшн. Еще раз вам напоследок сниму эту красоту. Вид здесь умопомрачительный. Нам подарили такую вот ручку. Здесь хорошая территория, с семена пляжа, вот с правой стороны черной сосны. Можно по приезду посадить домой, дома ее, и у вас вырастут сосны, такие как растут здесь. Внимание, с правой стороны. Это амфитеатр. Это делают зарядку. Ау! Игровая площадка. Вот так вот мы перебираемся. Детский клуб. Здесь детки играют в комнате. Тут у них есть свой аквапарк.
друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысинок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.